Vijitori siko vayu viradanta muno sturagam jaya jatanti yantumati lolomupayo kido vyasana satamrito samavahayo guru sharanam banije vaja santakrita karno dhara jalodhau. Sisila Bhakti Siddhanta Сарасвати Госвами Тхакур, Гаудия Гоштхипати. Гаудия Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад сказал, что до тех пор мы обусловлены души, до тех пор, пока мы не сможем увидеть ярчайший пример перед нами, то до тех пор, пока мы не сможем увидеть такую великую личность, ярчайший пример, мы не сможем почувствовать вдохновение, чтобы совершать баджан. Шрила Прабхупад говорит, для обусловленной души, если перед ней нет такого яркого духовного примера, духовной личности, то она не может получить вдохновение совершать баджан, и в этом проблема. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, если никого нету, то есть имеется в виду нет у нас никакого духовного защитника, наставника, то тогда вся обстановка, все неблагоприятное придет и атакует нас. Шрила Прабхупад сказал, на самом деле, и если нет такого защитника у нас, такого духовного наставника, то вся обстановка, вся, много что будет нападать на нас и беспокоить так или иначе. И в Падма Пуране я уже говорил об этом. Говорятся вот эти слова. Swayam acharati yasmat acharyo steno kriche. Actually, the same thing has started with. И вот то, с чего я начал, о том, что Шрила Прабхупад сказал, кому же следовать и как следовать, это главное в баджане. Если мы не сможем понять, то тогда мы не сможем начать настоящий харибаджан, это невозможно. И что значит эти слова? Вы можете помнить, раньше я говорил об этом уже, что до тех пор, пока вы не готовы пожертвовать свою жизнь, отдать свою жизнь Гуру Вайшнавам, то вы не сможете ожидать стопроцентной милости, полной милости. Я уже приводил пример. Те, кто борется за свободу страны, многие из них готовы отдать свою жизнь ради страны, ради своей родины. И те борцы за свободу, они готовы отдать свою жизнь за свою родину. А мы, когда мы получили дикшу, что значит дикша? Дикша значит сарвешан. Наше предание Гурудеву должно быть совершено во время дикши, и тогда совершенная дикша. Возможно, я говорил уже об этом, но это не всегда происходит, и поэтому дикша, соответственно, тоже не совершается. И вот если мы готовы отдать свою жизнь, не только жизнь, а все, что мы обладаем в этой жизни, все, что у нас есть, если мы готовы пожертвовать все, свою жизнь, все, что есть у нас в этой жизни ради Гурудева, Верховного Господа, ради Садгуру, и тогда это возможно для нас стать по-настоящему успешными.
Шанкар Бхагаван, о котором говорится, что он лучший из вайшнавов, он перед Деви говорит, перед Парвати Деви. Гурабо Бахубо Санти Деви Шишо Биттоп Харакаха Дурлаво Садгурор Деви Шишо Сантап Харакаха. Почему я начал с этой шлоки? Сейчас вы поймете, я говорю предваряющие вещи. Шанкар Бхагаван, он говорит перед Бхагавати Ма, Парвати Деви. Гурабо Бахуво Санти Шишо Битто Пахаракаха Дурлабо Садгурур Деви Шишо Шантапахарка. Если мы предадимся Садгуру, то тогда будьте уверены, что все ваши беспокойства, все ваши проблемы, они все кончатся, они все пройдут, все действия, которые вы совершали на протяжении бесчисленных рождений и смертей. То есть любая душа, совершающая какие-то поступки, она обязана отвечать в соответствии с этими поступками, получать их плоды. И мы должны страдать, либо наслаждаться в соответствии, страдать от реакции наших прошлых действий. Карма-фал называется, плоды нашей кармы, и от кармы нет, никто не может спастись от последствий своей кармы, они все должны получить результат. В соответствии с нашими действиями мы должны получить плоды, реакцию этих действий. Если в этой жизни мы не смогли получить все плоды нашей кармы, то мы опять должны родиться, чтобы в грубом теле получать плоды этой кармы. И если в следующей жизни не получилось, то еще в следующей жизни придется рождаться заново. Это должно случиться. Хорошие или плохие действия, страдания или наслаждения, они приходят к нам, и мы должны страдать, либо наслаждаться, чтобы получить плоды своей кармы. Но если наше самопредание Садгуру совершено, то тогда нет проблем в этом случае. На самом деле, во время дикши, если вы получаете дикшу у Садгуру, и такой Садгуру примет вас, то в этом случае с этой дикшей все ваши плоды кармы, они все уничтожаются, они все сгорают. То, что вы делали на протяжении предыдущих бесчисленных рождений и смертей, они все сжигаются во время дикши. Дживатман, она душа, она вечна, она не умирает. И душа, соответственно, множество раз рождается, умирает. И вот если вы сможете приблизиться к Садгуру, я хочу еще раз повторить, что Садгуру — это тот, кто имеет свое вечное существование в том духовном мире. Садан-сиддхи, может Садгуру быть Садан-сиддхи, это не проблема, поскольку если он достиг совершенства в своем баджане, он уже имеет свое вечное существование в том духовном мире. И вот Гурудев во время дикши, что происходит, вот в этой шлоке описывается. Гурудев, он дает вам дикшу, но перед дикшей Гурудев очистит ваше сердце. Все ваши грехи, последствия грехов и прочего, оно все сгорает. Это обязанность Гурудева. Если вы не приблизитесь к такому Садгуру, то мы не можем дать вам гарантии. Садгуру,
И в этом случае мы должны ждать следующего момента. И суть в том, что Шанкар Бхагаван, лучший из вайшнавов, он говорит о Деви. В этом мире так много гуру, в этом материальном мире так много гуру. И Шрила Бхактивинода Тхакур тоже говорит, что в различных сампрадаях, шакт, ганапати, это те, кто поклоняется Ганапати. Шайва — это те, кто Шиве поклоняется, соответственно. Те, кто Шакти поклоняется, они Шакты. У них, они все принимают Гуру в их наставнической преемственности. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что они не настоящие Гуру. Слово Гуру, оно приемлемо только к чистому вайшнаву. Это слово «гуру», оно только применимо к чистому вайшнаву. Кто такой гуру? Он настоящий гуру, он есть вайшнав, а настоящий вайшнав, он тоже гуру. Может быть, он не дает посвящения, но согласно его действиям, его жизни, он гуру. Это он подобен мильному камню, подобно указателю для нас. Мы не можем забыть его, встретившись с ним. И сейчас в этом проблема, чтобы определить, кто такой настоящий гуру, кому мы должны идти, кто может спасти нас. И сейчас это главная проблема. Многие одурачены или находятся в непонимании того, кто гуру, а кто нет. И вот Шанкар, лучший из вайшнавов, он говорит, что так много разных гуру можно найти в этом мире. Они могут забрать ваши деньги, ваше богатство и прочее у своих учеников, но у них нет способности забрать все ваши грехи и последствия этих грехов у вас. Они не могут спасти вас. И вот на Бенгале в Киртане говорятся такие слова, что если вы примите омовение в Ганге, то вы очиститесь вот в этих строгах. А вот если мы омоемся в Ганге, мы очистимся. Но как только мы увидим чистого вайшнава, мы очистимся, просто увидев, получив его даршан. Как только мы приблизимся к чистому вайшнаву, как можно осознать, что он чистый вайшнав? Каковы же признаки этого? У нас есть практический пример перед нашими глазами. Мы видели в жизни Шрилы Гуру Махараджа или других чистых вайшнавов, мы видели так много. Какой-то грешник приходит к Гурудеву, например, известно, ну, как бы все знают, что он какой-то, ну, грешник, и чем занимается, все знают. И когда он приходил к Шиле Пури Госвами Махараджу, он кланялся ему, то он был очень вдохновлен, очень, как сказать, очень удивлен. И вот однажды Шрила Бхактивиналада Тхакур Госвами Махарадж поехал в Россию первый раз. Он сидел в своей комнате. И вот мать Камалакши там была, пришла посмотреть на Шрилу Тхакур Госвами Махараджа. Никого, но она просто пришла, не спросила никого, зашла в его комнату, и когда она его увидела, она никогда не раньше с вайшнавами не встречалась, никакого вайшнавского этикета не знает, просто что-то ее туда занесло. И вот она зашла к нему в комнату, посмотрела на него и сразу же разревелась, начала плакать. Никто не знал, что случилось. Она не могла остановиться, она просто плакала и плакала. И когда Махарадж, Шрила Бхактивиналада Тхакур Госвами Махарадж отправился в Европу, там в одном месте одна женщина была такая полуобнаженная, зашла в комнату Шрилы Тхакур Госвами Махараджа, посмотрела на него. Как только она посмотрела, ей стало очень-очень стыдно. Она хотела как-то закрыться, но это реакция такая.
Вы, это невозможно объяснить, это само собой происходит. Или, например, к Шилу Шидарудев Госвами Махараджа приходили какие-то материалисты Вишаи, которые только и думали о материальном, как сказать, вот, ну, такие, как называется, а даже приходили эти, как налоговая полиция, требовали деньги у Шридхара Махараджа, какие-то большие шишки приходили, требовать уплаты налогов на Махараджа. Пригласил их как бы в свою комнату, посадил на кресло, и у этих людей руки сами автоматически, как сказать, сложились в поклоне. И потом этот человек послушал Харикатху Шридхара Махараджа и решил, что ни копейки он от него, ни копейки налогов не возьмет, все как бы простил, и я ухожу от вас. Это неизвестно, как случается, это невозможно объяснить, почему это случается. Но чистые вайшнавы, они очень могущественны, это тяжело объяснить. Вишашакта-читтянам Кришна-веша-судуратха. Вишашакта-читтянам Кришна-веша-судуратха. You have matter inside your heart. То есть материя, она присутствует в нашем тонком теле также. Вот в этих четырех этих тонких телах материя присутствует. Если наш ум, наш разум, душа и еще там сознание, если оно всегда поглощено материей, то вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что обусловленные души не могут избавиться от влияния материи. И если я спрошу вас, объяснить ваш ум, многие даже не понимают, что такое ум на самом деле. А Бхактивинода Тхакур говорит, что ум – это, как сказать, думание, процесс мысли, чидабас. Чит – это как бы сознание, а чидабас – это некое подобие сознания, и этот читабас, он обычно занят размышлением о чем-то материальном. Но все же мы можем избавиться от этих проблем. Если мы приблизимся к чистым Гуру Вайшнавам, если мы им предадимся должным образом, in front of false ego forever, for them it is not possible to get feelings. Follow what I say. То есть некоторые люди не ради ложного эго готовы на все. Вот. Pure feeling. I mean to. И для таких людей, которые ради своего эго готовы на все, то для таких людей это невозможно. Those who are going to sell themselves totally unto the lotus feet of Maya Devi. То есть некоторые люди очень, как сказать, доверяют Майе, очень, как сказать, вдохновлены Майе. И для таких людей это нельзя. А если мы предадимся Гуру Вайшнавам, то с их помощью мы можем избавиться от материального сердца. Пример с Санатаной Госвами, он вечный спутник Шримана Махапрабху. Если у нас есть подобное чувство, как было у Санатана Госвами, он вопрошал у Махапрабху, кто я, кьями, и почему я страдаю от этих тройственных страданий. Если у нас есть похожее чувство, то Гуру Вайшнавы могут спасти нас. И вот сегодня день явления моего Гуру Падмы Шрилы Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа. Кто-то может спросить, что почему я называю его моим Гуру Падмой, поскольку мы уже слышали, что Гурудев Шрилы Бхактивиданты Махараджа Шрилы Бхакти Прамод Пури
Гури Госвами Махараджа, почему же он называет Шилу Бхактивиданту Вамана Госвами Махараджа своим Гурудевом? Но что же он сделал не так, поскольку Гуру Таттва, она одна, едина и неделима. Ее невозможно разделить, разбить на какие-то части. Гуру Таттва, она одна, уникальная, едина и неразделима. И мы должны чувствовать это. Если мы не сможем прочувствовать Гуру Таттву, осознать настоящую Гуру Таттву, то тогда для нас невозможно начать настоящий Харибаджан. Это говорит Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока вы не утвердитесь в Гуру Таттве, для вас невозможно начать настоящий Харибаджан. Для вас невозможно начать настоящий Харибаджан, если вы не осознаете Гуру Таттву. Вы можете как-то упражняться, как репетировать, но настоящий Харибаджан невозможно начать, не осознав Гуру Таттвы. Я уже говорил, что настоящая Садгуру Сева возможно, когда вы освобождены от влияния материи. А если вы, находясь под влиянием материи, будете служить Садгуру, это невозможно. И вот Садгуру Сева возможно только тогда, когда вы возвысились до того уровня высшей материи, на уровень сознания, читы. Иначе настоящая Садгуру Сева невозможно. Можете что-то вы можете делать, но это будет подобно репетиции, каким-то упражнениям Гуру Махараджа. Он, конечно, это позволит, но настоящее Гуру Сева невозможно. И вот люди, некоторые люди очень возмущаются, что Махарадж, смотрите, Гуркишода с Бабаджи Махарадж на том берегу реки жил, а Шрила Прабхупад какое служение для него совершал. Я таким людям говорю, что вы глупы, вам нужно оставить духовный путь и не заниматься его осквернением. Какое служение, если вы думаете, что только стирание одежды и готовка для Гуру Дева, это Гуру Сева, разве вы так думаете? Какое же желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, оно не отлично от желания сердца Шилы Гуркишода с Бабаджи Махараджа. И это и есть же желание сердца Шилы Прабхупады или Шилы Бхакти Прамода Гури Госвами Махараджа и все другие наши садгуру парампары. Вы должны осознать это. И когда вы это поймете, то никакая ложная философия не сможет осквернить или обмануть вас и вообще как-то влиять на вас. И это чувство должно явиться в вашем сердце. И сегодня день явления моего Гурупад Падмы Шрилы Бхактивиданты Ваманы Госвами Махараджа. Я не говорю ложь, это действительно так, он мой Гурудев. Я нахожу, что мой Гурудев, он не отличен от моего Гурудева. Почему? Почему я говорю так? Я никогда не видел никакого отличия, никакого различия в жизни Шилы Ваманы Госвами Махараджа. Я не видел даже ни мельчайшего отклонения от пути, указанного Шилой Прабхупадой. И поэтому я говорю так, Шила Прабхупад, то, что говорил Шила Прабхупад, Шрила Вамана Госвами Махарадж, он действовал полностью согласно его наставлениям и жил такой же жизнью. Гуру Вайшнавы, Бхагаван, Верховный Господь, они оставляют за собой право не быть открытыми вашим органам чувств. Если мы материально очень горды, если мы гордимся, например, что мы получили дикшу от того Гурудева, но доказать, что мы самоосознавшие себя душа, мы не можем. Наоборот, все наши действия говорят об обратном. И как же мы можем доказать, что мы ученики какого-то великого гуру, если мы гордимся и тем, что мы получили прибежище у какой-то великой души? Тысячи людей могут прийти в этот, как сказать,
Ну, какому-то великому гуру, но кто получит настоящую милость, кто может это определить? И сегодня день явления моего гуру Падпадмы, Сисила Вамана Госвами Махараджа, Бхактивиданты Вамана Госвами Махараджа, и как я могу поклоняться ему сегодня в этот день? Сегодня день его явления. И можно пойти на рынок купить какие-то цветы, у нас достаточно денег для этого. И сегодня день его явления, можно пойти на рынок купить кучу цветов и предложить его лотосным стопам. Это разве Гуру Пуджа? Вы думаете так? Вы думаете, что это Гуру Пуджа, если у нас есть какие-то деньги, купить каких-то цветов и предложить их стопам Гурудева? Этого мало. Гуру Пуджа на самом деле значит сумон. Ваш су значит нечто благое, мон значит ум, ваш чистый ум. Вы должны на санскрите, мы говорим на санскрите, ум называется словом суман, и цветы также называются этим словом. Кусум сарова, например. И вот какие же цветы мы хотим сегодня собрать и предложить Гурудеву? Все наши дживатмы, и вот если я по-настоящему Гурудас, кто знает об этом, может быть, я не слуга Гуру, я, может быть, сижу на Висасане и говорю ложь, кто может определить? Только мои действия могут доказать это, все мои действия могут доказать, что я, если я настоящий ученик, то мои моя обязанность собрать лучшие цветы со всего мира. Что это значит? Если я настоящий ученик садшишья, то это моя обязанность собрать лучшие цветы со всего мира и предложить их лотосным стопам Гурупадпадмы. Никто не может понять это иносказание. Все обусловленные души, они подобны цветам. И если я займу их в сад Гурусеве, это и зовется настоящая Пушпанджали. Вначале всего я хочу предложить свой чистый ум лотосным стопам Гурупадпадмы, чтобы там не было, чтобы не было никакой корысти. Я отдал все Гурудеву. Я хочу предложить все лотосным стопам Гурудева. Я не могу ничего оставить для себя. Нужно все предложить Гурудеву. Что не так, что вот это Гурудева, это мне останется. Нет. В той шлоке, которую я произнес ранее, вот в этой шлоке. Он не ученик, кто не готов предложить свой ум, свое тело, свое образование, все, что у него есть. Тот, кто не готов занять все служение гуру, то будьте уверены, он не ученик. Он не настоящий ученик, мы не можем говорить о нем так. Вы можете помнить, что, например, Куреш, он всегда готов был отдать жизнь за Рамануджа Ачарью. И вот Кримиканта хотел убить Рамануджа Ачарью. Этот Кримиканта был очень опасен. Он был бандитом, преступником, и он хотел убить Рамануджа Ачарью, но Куреш, он пришел к нему, сказал Гурудеву, ты... что он предупредил его об опасности, предложил обменяться одеждой на всякий случай. Вот, когда он пришел туда, и вот там у них было... Они спорили о чем-то, Куреш их победил, и они обозлились, схватили его и воткнули ему гвозди в глаза. И вот так они ослепили его, но Куреш все равно он воскликнул: «Джай Гурудев! Если Гурудев со мной, я... Если Садгуру, он со мной, то я предпочту его Кришне».
И я не буду думать ни о чем ином. И вот Куреш, он потом по милости Гурудева, его глаза, они исцелились. Он получил назад по милости Гурудева свое зрение. Вы можете помнить, что Гуру Крипа, она очень могущественна. Я не могу сравнить ее ни с чем. Гуру Крипа, она настолько могущественна, что я не могу ее сравнить ни с чем. Может быть, вы помните, несколько дней назад я сказал, Тасмат дхармат паро дхарма павитрам дхармо навидвате. You can remember. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что в этом мире нет ничего более благоприятного, чем Садгуру Сева. Садгуру Сева, она наиболее благоприятная, и нет ничего в этом материальном мире или на небесах, на райских планетах. Нет ничего, что более лучшего, более благоприятного, чем Гуру Сева. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что если ради Гуру Сева мне даже придется отправиться в ад, то я готов. Если они захотят меня отправить в ад, то я готов туда отправиться по их указанию. И мне не заботит ничего иного. Ради служения Садгуру я готов на все. И сегодня день явления моего Гуру Падмы, и я прав, говоря это. Может быть, вы помните. В Ястхи и Самастхи Гуру Таттве, Самастхи Гуру Таттва, значит, все Гуру, вся Садгуру Таттва, она одна, единая, уникальная и неразделимая, это Баладев. Во время Гуру Пурнимы мы поклоняемся этой Гуру Таттве. Может быть, он, Садгуру, находится в Нимбарка Сампрадае, но в этом нет никакой проблемы, что в тот день Гуру Пурнимы, это такой день универсальный Гуру Пуджи, не Садгуру Пуджи, именно Садгуру Пуджи, мы поклоняемся Садгуру и всем Садгуру. Из, в том числе из других сампрадай, из Нимбарка, из Рамануджа сампрадай, например, и всем остальным. Это так всеобщая Гуру Пуджа, но индивидуальная Гуру Пуджа, она приходит для нас, чтобы очистить нас, чтобы дать нам возможность увеличить наше вдохновение. Что ваш Гуру Пад Падма в Картик ушел, явился, например, вот другой Гурудев в месяц Ашвин. И вот такая индивидуальная Гуру Пуджа, она приходит к нам, чтобы дать нам вдохновение в Гуру Севе, но будьте уверены, когда я говорю, что сегодня день явления моего Гуру Пад Падмы, и сегодня у меня есть возможность поклоняться моему Гурудеву, и для садшиши, настоящего ученика, каждую часть секунды, каждую долю секунды они совершают Гуру Севу и Гуру Пуджа. Это не так, что только поклоняться раз в году в день явления своего Гурудева. Нет, это не так. Настоящий чистый ученик, он всегда поклоняется Гурудеву, он совершает арати лотосным стопам Гурудева непрерывно всегда. И нет никакого... Никаких перерывов в их Гуру Пуджи. Все их действия, они доказывают, что они совершают Гуру Севу, Гуру Пуджу всегда, непрерывно. Когда я говорю мой Гуру Пад Падма, я совершил оскорбление, поскольку у меня нет права говорить, что он мой Гурудев. У меня нет права говорить такие слова, и сколько у меня есть посвящения для него в его жизни, сколько служения в моей жизни я сделал, чтобы я мог говорить «мой Гуру Пад Падма», это оскорбительно для меня, я обманщик в этом случае. Я не должен говорить, что он мой Гуру, у меня нет права.
поскольку мой Гурупад Падма значит Гурудева Татма. Мой Гурудев значит, что я что если не знаю ничего, кроме своего Гурудева, и тогда я могу сказать только, что он мой Гурудев. Иначе я не имею права это оскорбительно произносить это слово. Сисила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Мы все говорим, что он гаудийский словарь. Про него у него было такое, как он был известен под именем Гауди Вайшнавского словаря, поскольку все, что бы у него не спросили, он мог сразу рассказать, привести свидетельства, ссылки. Это все как бы в уме у него было. Ему не надо было что-то листать, смотреть, читать, он просто брал и говорил. Он был великой личностью, он был вечным спутником Шилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Он никогда не хотел доказать, что мой Гурудев Шила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад. Он никогда не кичился этим, даже не говорил. И однажды он хотел подшутить над своими учениками. Но чтобы проверить какого-то ученика, он... И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж однажды сказал: «О, брат, о Гурубай, подойди сюда». Он назвал его Гурубаем, братом Боги. И вот Кешава Госвами Махарадж хотел Вамана Госвами Махараджа проверить. Вот он позвал там Гурубай, и как только услышал Гурубай, он начал плакать. И сказал: «О, Гурудев, вы хотите проверить меня, совершено ли мое самопредание вам или нет?» И тогда Шрила Кешава Госвами Махарадж мог понять, осознать, что он совершенен. Он пришел в Гаудимат, когда ему было около 8 или 10 лет. Он во время приехал во время Гуру Пурниму со своими родственниками на Гуру Пурниму. Они были ученики Шрилы Прабхупады или кто? Шрила Кешава Госвами Махараджа из его родственников. И вот они решили взять этого своего мальчика на Гурдам Парикраму, на Навадиптам Парикраму. И вот он приехал сюда. В то время было один единственное читание матхи. И вот они остановились там в читании матхи и совершали парикраму. И вот он служил вайшнавам там, и после этого, когда парикрама закончилась, он решил остаться. И все начали плакать, что нужно домой ехать, там мать, отец едет, и он сказал, что нет, я лучше тут останусь. You can stay here. But you told you are coming here to do parikrama. No, сказали, родственники сказали, что мы только на парикраму приехали. И Винод Бихари Прабу, он в общем, решили, что хорошо, пускай поживет какое-то время, все, он надоест и вернется. Vinoda took decision to take the boy to some other place. Yeah. Hide. Mother came, where is my boy? Your boy is safe side with me. Very nice, no problem. Where he is? Ну, а человек, Кеша Махарадж, он... Ну, куда-то его отправили, это, а когда мать приехала навестить, то вам этого мальчика куда-то
отправили и сказали, что он уехал там на пару дней. И потом Шрила Вайшнава Госвами Рачандра решила навсегда остаться в Матхе, жить. И вот так и остался. И он совершал служение. Смотрите, можно написать Махабхарату, о том служении, которое совершил Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, можно написать эпос, подобный Махабхарате. Невозможно поверить, что все старшие вайшнавы там. Он стирал их одежду, мыл их посуду каждый день, перед тем, как они повторяли Аник, он все мыл, стирал и приносил им. После просады он мыл полы за вайшнавами, все помогал, организовал. Он много прекрасного служения совершал. Это тяжело поверить. Но в то время Шрила Прабхупад был вынужден дать ему харинам за его такое великолепное служение. И вот этот мальчик был очень рад. И ему дали имя Саджан Севак Брамачари. Шрила Прабхупад, его отправили учиться в Бхакти Винод Институт, он прям рядом с Йогапитхом, это школа так называлась, и он учился там, но чудо случилось. Когда он шел в школу, он слышал то, что говорят ученики. What hearing from teacher? Но то, что домашних заданий никогда не делал. То, что говорили в школе, он запоминал и ничего не делал в храме, а во время экзаменов всегда лучшее место занимал. То есть для него было, у него была великолепная память, ему было достаточно просто слушать и все. И вот Шрила Прабхупад, он был очень доволен им, что говорить еще. Шрила Прабхупад иногда смеялся, иногда шутил с ним. Иногда Шрила Прабхупад повторял харинам. И этот маленький... И он иногда ходил в сад, собирал эти... Собирал горох, чистил его и давал Шриле Прабхупаде, и Шриле Прабхупад ел это. И вот, хотя, смотрите, хотя он не получил дикшу, но это особенное. То есть это конечно особенно, то есть если возражать, что как Шрила Прабхупад съел с его рук, а он еще дикшу даже не получил. Но это особый случай. Поскольку, смотрите, как Бимала Прасад Сарасвати Пад, когда он получил харинама от Бхактивинода Такура позволил ему поклоняться Курма Деву Шалаграму. Понимаете, в Рамбагане в Калькутте, когда строили этот дом, копали фундамент, нашли Курма Дева Шалаграм. И сейчас кто-то может возмущаться, что как это он еще дикшу не получил, а как Бхактивинода Такура дал ему, позволил ему поклоняться Шалаграму. Но это особый случай. Что спорить тут бесполезно. Много раз перед этими образованными людьми я говорил, что логика, она не может стоять на пути к абсолютной истине. И бесполезно спорить на эту тему. Это за пределами нашего человеческого понимания. И после этого, вы знаете, Шрила Прабхупад Express, you know, sick lila. Явил лилу болезни.
И после этого Шрила Прабхупад ушел, и те, кто пришли к Шриле Прабхупаде под мотивом наслаждаться его именем, его славой и величием, и началась борьба за имущество. Я не хочу об этом говорить, и в то же самое время Винод Бабу, Винод Да, Нарахари Прабху, Нарахари Прабху, он был известен как мать Гауди Матха. И вот они, в общем, нажаловались на Кешава Госвами Махараджа в полицию, и его посадили в тюрьму. И вот Винод Бихари Нарахари Прабху. В общем, на них, их по их ложному доносу их в тюрьму посадили. И так много вайшнавов было там, кто дальше мог. И вот саджан, Севак Брамачари, он как бы готовить был должен был для них, но что делать, у него посвящения еще не было. И вот пошли к Винод Бабу и спросили, что делать. И Винод Бабу спросил, что делать, и он спросил, как я могу, что делать, поскольку он носил просад для преданных, которые в тюрьме сидели. Carry, cook, and go. When started crying, non-stop crying. Then Vinod Bihari и вот он спрашивал. Кесава Госвами told. И Кесава Госвами сказал, да, я сейчас могу тебе дать дикшу. И Шрила Кесава Госвами так дал ему дикшу прямо там в тюрьме. Гурудев был в тюрьме, а Саджан Севак вам хорошо снаружи сидел, и он дал ему мантру таким образом. А Шрила Джаджава Госвами Махарадж, он совершил ягью. Он ягью в честь этой дикша мантры он получил в тюрьме непосредственно от Шрила Кесава Госвами Махараджа. И Гурудев дал ему наставление. Они арестовали нас по ложному обвинению, и поэтому тебе нужно идти в Миднапур, в то место. Там один этот адвокат. Иди к нему, он сможет это разгулить, это ложное обвинение, он очень разумен. И вот Саджан Севак поехал в Миднапур, он нашел этого адвоката и все рассказал. И этот адвокат был готов спорить за них в суде и выиграл дело, возбужденное против них. И вот таким образом Саджан Севак Брамачари он совершал служение всю свою жизнь. И какая особенность, его особенность была? Какая главная особенность? В том, что он никогда не спорил со своим Гурудевом ни по каким причинам, никогда. Это один из главных признаков настоящего ученика садшиши, то есть он никогда не спорит и не возражает на слова Гурудева. Главный признак, то что садшиши, он никогда не спорит с Гурудевом ни по каким причинам. Он просто исполняет все указания Гурудева. Много раз я говорил об Упамане, он упоминается в Упанишадах. Он никогда не спорил с Гурудевом, он всегда исполнял его указания. Но это, опять же,
относится к, именно к Садгуру, а если ваш Гурудев Асадгуру, то это уже не относится. Я только говорю о стандартных вещах, о, как сказать, о том, как должно быть. И вот сейчас вы можете понять, как это возможно было для Ваманы Госвами Махараджа понять всю Гаудия Сиддханту. Только с помощью его Гуру Сева, только служа настоящему Гуру, для него было возможно понять всю Сиддханту. Вы можете читать, купить книги, изучать эти книги, написанные по вайшнавской философии, но этого мало. И вот один какой-то человек хотел Падмапад звали. Он был учеником Шанкарачари. Его звали Анандагири или как-то так. Он совершал Гуру Севу, но он хотел, а он оскорбил одного из севаков своего Гурудева. И вот и вот там Гурудев не начинал харикатху, поскольку не было этого ученика, а другой ученик сказал, что не надо его ждать, он глупец, ничего не понимает, поэтому он начинает. И Гурудев, чтобы показать всем, что он не такой простой, как о нем думает, как о нем другие думают. И вот этот сева Гурудева и вот Шанкарачарья, в общем, сказал, все равно давайте его ждать. И вот когда Анандагири вернулся, он произнес всю... Он шел с речки с постиранной одеждой, а по дороге пел Веданта Сутру. И все, когда увидели, это очень восхитились. И Шанкарачарья сказал, что все возможно. И однажды, еще один случай, однажды Джаганнадас Бабаджи Махарадж, он... читал Веданта Сутру, Гуру Кешодас Бабаджи Махарадж, он попросил его читать Бхагаватам, точнее, а он сказал, что я читать не умею, я ж не учился нигде, и ну что делать, но... По милости Гурудева он открыл книгу и смог читать. Это чудо случилось. Поскольку Гурудев иногда он проверяет ученика. Если мы глупы, тогда мы умрем. Если мы не смогли пройти его тест. И вот однажды Гуру Кешодас Бабаджи Махарадж сказал, что что поскольку Бихари очень хорошо слышит, служит ему, он хочет ему какие-то деньги дать. А Джаганнадас Бабаджи Махарадж предлагал ему деньги, но он отказался, сказав, что ничего ему не нужно, кроме Гуру Севы. Я пример такому, у меня не было ни копейки, но Гурудев все сделал для меня. Мне не нужно копить какие-то деньги в банке, как Шрила Вамана Госвами Махарадж. Как говорится, что в правую руку приходит, а с левой уходит. Как кто-то, например, спрашивает, сколько у какого-то вайшнава, сколько денег, как сказать, в банке. А какие-то люди спрашивают у вайшнава, сколько у них денег на счете. А настоящие вайшнавы, они вот показывают, вот сегодня пожертвовали какую-то сумму, вот больше ничего нету, остальное все. Вайшнавы немедленно занимают в служении, но
Очень редко кто может поверить в это. И вот таким образом Махарадж совершал служение и Шрила Кешава Госвами Махарадж. Я буду говорить на день явления Шрила Кешава Госвами Махарадж, на день его явления, а сейчас день явления Шрила Бхакти Веданты Вамана Госвами Махараджа. Он начал Гаудия Самити в арендованной комнате в Калькутте. И вот после этого, это было в Чинсуре. И вот там Синивасачарья поклонялся Гуру Нитянанда Виграхе там, в том месте. И Махарадж там начал публиковать Гаудию. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он там, я забыл, в каком году, в 1947 или в каком-то таком, он начал публиковать Гаудия Патрику. И вот он, Саджан Севаку Брамачари, он отдал указание совершать это служение. В то время это был такой, типография была, она ручная, как была, ножная точнее. И потом они смогли организовать больше, более, как сказать, современные печатные станки. И Вамана Госвами Махарадж делал все, он писал для этого, редактировал, печатал. И однажды Гурудев его попросил напечатать что-то срочное, Вамана Госвами Махарадж очень быстро исполнил это указание Гурудева. И тем временем, И вот когда он во время этой печати на станке, он поранил палец, не поранил, а практически отрубил ему палец. И потом, когда пошел к доктору, и доктор сказал, что нужно тебе отрезать этот полуотрубленный палец. Но Махарадж сказал, что не проблема, отрезайте. И вот также Шрила Прабхупада говорит, что у настоящего гуру севака не может быть никакого материального чувства. Настоящий гуру севака никогда не занят с чем-то материальным. Даже смотрите, вот в случае, если его собственный палец отрубили, то он даже не заботится, не думает об этом. И во время Гуру Пурнимы я хочу объяснить о качествах настоящего проповедника. И вот сейчас день явления Вамана Госвами Махараджа. Шрила Прабхупад. All our Guru Varga speaking, Vamana Goswami Maharaj is number one preacher, Gauriya preacher. Наша Guru Varga говорит, что Шрила вот Сиддхартха Госвами Махарадж, Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, Кешава Госвами Махарадж, они самые, так сказать, могущественные проповедники Гаудия Матха. Для проповеди нужно особое качество. Просто если помнить всю философию наизусть, то этого мало. Мы не сможем стать успешными как проповедник до тех пор, пока нужные качества для проповеди, тринадапи и прочие не придут к нам. Но в жизни Вамана Госвами Махараджа мы можем видеть, как должным образом уважать братьев в Боге. И Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, что те, кто хотят использовать имя и славу Гуру Пад Падмы, те, кто хотят использовать имя, те, кто приходит в Гаудия Матх с целью неправильно использовать божественное знание, которое доступно в Гаудия Матхе, кто-то приходит ради славы, почести или еще чего-то, а настоящие садгуру, садшиши, они никогда не делают этого.
И вот Тринада, это шлока, она полностью применима в жизни Вамана Госвами Махараджа. И те, кто хотят доказать, что они гуру севак, но если мы посмотрим более внимательно, то можно видеть, что многие, некоторые хотят контролировать гуру вайшнавов. Они хотят получить какую-то славу, почет, и Шрила Прабхупад говорит. Некоторые хотят контролировать гуру вайшнавов, и Шрила Прабхупад про таких говорит, что зачем вы пытаетесь контролировать гуру и вайшнавов, это моя обязанность, я действую как ачарья, это не ваше дело, это моя обязанность. И вот Шрила Кеша Госвами Махарадж говорит то же самое. Если вы находите, что какой-то ученик Гурудева хочет как-то контролировать каких-то преданных, будьте уверены, что он не настоящий ученик. Настоящий ученик не может прогнать кого-то. Настоящий гуру-севак не может говорить так. Если он так говорит, значит, он не гуру-севак, он обманщик. Настоящий гуру-севак, он может понять это, что гуру-сева — это нечто очень широкое, глубокое и необъемное. Я не могу сам весь совершать всю гуру-севу, подобно Радхарани. Она дает возможность служить Кришне, Сакхи, Манджари и всем остальным. Она понимает, что она не сможет сделать все служение для Кришны. И также Гурусева — нечто великое, необъятное, бесконечное. И поэтому Гурусевак не может говорить, что я один буду совершать Гурусева, а вы все уходите из храма. Он не может так сказать. Во всей жизни Шрилы Ваманы Госвами Махараджа он никогда не говорил так. Рамана Госвами Махарадж говорил, что мы все ученики моего Гурудева, поэтому мы все должны совершить Гурусеву. Я один не смогу все сделать. Даже если кто-то оскорблял его, Рамана Госвами Махарадж не, как сказать, не возмущался. И он никогда не терял терпения. Ради проповеди такое, для проповеди нам нужен такой ачарья. Для проповеди у нас нет ни самолетов, ни машин, ни других каких-то, не было, ну, как сказать, удобств, но он проповедовал день и ночь. И как для Ваманы Госвами Махараджи было возможно. И также и какие-то преданные говорили, что кто-то, о, Махарадж, вам... мы для вас машину организовали для проповеди. Вот мы купили вам машину для проповеди. И вот этот человек пришел, отдал ключи Махараджу. И Махарадж спросил, чем дело? И вот Махарадж посмотрел на эти ключи и назад отдал ему, поскольку мне говорит, проще такси взять, чем с этой машины возиться, головняк один. А другие люди, ученики, думали, что если Гурудеву там машину подарили, то нам всем нужно по машине. И Вамана Госвами Махарадж, предвидя это, он
отказался от такого пожертвования. И вот относительно проповеди я хочу привести пример такой. Когда Махарадж отправился в Ассам на проповедь, и Шрила Прабхупад, он проповедовал в Ассаме, он был ограниченное время там, и он дал указание Патит Павани Прабху, чтобы он проверил все. А он дал ему Патит Павани Прабху наставление, что он может давать харинам достойным людям, которые не могут приехать в Майяпур, чтобы получить посвящение от Шрилы Прабхупады. А потом Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он широко проповедовал в Ассаме, потом Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Валабха Тирта Госвами Махарадж, они проповедовали в Ассаме. И вот однажды практически все преданные уехали в Ассам на проповедь с Ваманой Махараджем. Там было великое собрание, тысячи людей приходили, чтобы слушать Харикатху. Но по милости Верховного Господа в тот день начался проливной дождь. И все было затоплено. Был большой потоп. И вот в 5 часов Ваман Госвами Махарадж сказал своему брату Боге, пойдем, поскольку сейчас собрание в 5:30 начнется. И все братья Боги сказали ему, что, ну, что за проповедь, куда ты идти, одна вода тут, иди сам, мы останемся тут. Такой дождь, никто ж не придет. Ты что, с ума сошел? И Ваман Махарадж ничего не ответил. Он взял, задрал одежду вот так вот выше колена, взял зонтик и малу и пошел один. И вот там было, там воды было по колено, но несмотря на это, Ваман Махарадж пошел на то место, где Харикатха должна была быть в этом пандале. И по милости Верховного Господа, тысячи людей пришли, несмотря на этот дождь, на Харикатху. Тысячи людей пришли. Даже во время дождя они, несмотря на это, пришли на слушать Харикатху саду. И Ваман Госвами Махарадж был один там, говорил Харикатху, два часа. И когда они вернулись назад, то узнали, когда Ваман Махарадж вернулся назад, потом все остальные узнали, что несмотря на дождь, ассамцы известны своей просто сердечностью, несмотря как бы ни на что приходят. И однажды Ваман Госвами Махарадж, он отправился в область под названием 24-й Парганас, очень такое бедное место. И там Ваман Госвами Махарадж жил, находился 2-3 года, говорил Харикатху, и после этого один из его учеников сказал: «О, Гуру Махарадж, мы не хотим больше сюда приезжать. Почему? А поскольку нам ни пожертвований не дают, не есть нечего, что толку приезжать? Очень бедные люди. Тут не будем с вами сюда приезжать». И Ваман Махарадж сказал: «Вы не сможете стать проповедниками. Настоящий проповедник не будет думать, что я еду только, чтобы получить пранами, либо хорошо там поесть. Это не цель проповеди. Это было давно достаточно. В то время даже поездов не было. Но были поезда, точнее, какие-то во Вриндаван там и прочие на дальние расстояния. А сейчас это... It's making 3-4 hours late,
И вот однажды Сила Вамана Махараджам поехали во Вриндаван на Туфан Экспрессе, и Севаки начали возмущаться, что слишком уж долго опаздывают на 3 часа, а то и на 4. А Ваман Махарадж посмеялся, что смотрите, по милости этой железнодорожной компании мы за те же деньги можем сидеть в поезде на 4 часа больше. Чего же вы возмущаетесь? И вот чистые вайшнавы, где бы они ни жили, они... Чистый вайшнав, он может совершать баджан где угодно. There is so much shouting, Gurudev, you see. There is so much shouting, but I am always staying, you know, in a very lonely place. Кто-то, а что, они где-то в каком-то месте жили, и где его ученик постоянно возмущался, что все люди тут ходят, кричат вокруг. А Ваман Махарадж говорит, что я ничего не, как бы... не слышу никаких криков, и в этом секрет, как вайшнав может, живя среди шума, находиться в уединении. И вот однажды перед Шрила Кешава Махараджем приехала, как это, как сказать, это проповедническая группа, и Кешав Махарадж сидел в таком кресле-качалке, и преданные приехали, и Кешав Махарадж спросил, как там проповедь происходит, и преданные сказали, что очень-очень хорошая проповедь, нам еще нужно будет туда поехать. А Гурудев сказал, что не было никакой проповеди у вас. И вот Гурудев сказал, что нет, ничего там не проповедовали, я так думаю. Почему вы так говорите? А Ваман Госвами Махарадж, он молчал, ничего не говорил, а остальные восхищались. И Кешав Госвами Махарадж сказал, смотрите, если у нас есть такая сила говорить об абсолютной истине, то люди, многие люди не смогут потерпеть этого. И поэтому я думаю, что ваша проповедь провалилась. Если бы вы говорили о философии Гауди, если бы вы говорили о том, что сказал Шрила Прабхупад, то тогда они возмущались бы, эти люди, не пригласили бы вас опять. И поэтому я говорю, что ваша проповедь, она неудачна. Вы должны говорить об абсолютной истине, то, что сказал нам Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур. Не пытайтесь изобрести что-то новое. Если вы на фабрике своего ума будете производить какую-то новую сиддханту, это плохо. Я уже сказал вам много раз, что любая сиддханта, сказанная ачарьей, она должна быть проверена Сварупа Госвами. Ну, кем-то сказанная вообще, имеется в виду. Она должна быть проверена Сварупа Госвами сначала. Если not okay, we cannot say it's not Siddhanta. It's not Papa Siddhanta. You can go to, I can challenge, you can go through any writings of Ambarish Maharaj. Any writing. Bengali, English, any writing. If you can find one single wrong Siddhanta, все, что написано Шрила Вамана Госвами Махараджа, если вы найдете хоть мельчайшее отклонение, в его сиддханте нет никакого, ни даже мельчайшего отклонения от сиддханты Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакур. Никогда такого не было. И вот смотрите. Сейчас, если мы едем куда-то на проповедь, то... сейчас гораздо проще. Я однажды слышал от Шрилы Бхактивалла Тирти Госвами Махараджа, что мы однажды отправились на проповедь в Ассам, там были очень бедные люди, даже не было места у них. Но все же
Мой Гурудев, он... То есть они жили там, как на этом, из бамбука строили такую постройку, как в несколько этих... Ну, как в поезде, несколько спальных мест, одно на других, как на полку, как полка такая. Вот они из бамбука строили такую, как называется, да, лежанка такая. И вот... И вот Шрила Бхактивилабдхирта Госвами Махарадж рассказывал, что ночью, когда мы там спали, я видел, слышал точно, что змея там ползала, но я не боялся, поскольку я знал, я с Гурудевом, и мне нечего бояться. Если вы услышите, настоящий стиль проповеди Вамана Госвами Махараджа, вы очень восхититесь, очень даже и вот они в такой, как сказать, постройке жили под этим тентом, и ночью вдруг начался ливень, и Ваман Махарадж, он так сидел всю ночь под зонтиком и повторял харинам из-за этого дождя. И утром, когда этот человек, который пригласил Вамана Махараджа, он увидел, что он делал, и сказал, что всю ночь вы так страдали, а Вамана Махарадж сказал, что я не страдал, я баджан совершал, харинам повторял всю ночь под зонтиком, поэтому все хорошо, не беспокойся. Смотрите, садшишья, что значит садшишья? Значит садгуру. Ваман Госвами Махарадж никогда не оскорблял никаких своих братьев в Боге. Если что-то случалось, он просил прощения. Шрила Бхактивилабдхирта Госвами Махарадж никогда не хотел быть ачарьей. И когда было объявлено, что он ачарья, он начал плакать, что он никогда не хотел быть ачарьей. Вамана Госвами Махарадж тоже никогда не считал себя достойным быть ачарьей, но он был совершенным проповедником. Если вы понимаете Бенгали, поскольку большинство того, что он писал на Бенгали, на английский, особо это не переведено еще. In Sabha, you know, big Sabha. Big Sabha. Suppose somebody making him, you know, you have to become chairperson. See, Sabhapati. И вот, и он, когда был на... With full patience. Suppose Sabha going on 3 hours at a time, 4 hours. В каком-то собрании, если это собрание происходило в течение 3 или 4 часов подряд, он сидел так 3-4 часа в одном и том же положении, даже не двигался, не менял позу никакую, не пил ничего, просто сидел на, как и слушал то, что говорят вайшнавы. After that, final, when и вот после того, как Махарадж
Then Maharaj, what speaker making wrong where? Когда кто-то закончил говорить, то вам хорошо, он говорил, что тот сказал неправильно, а даже не так, а когда все высказались, то потом он перечислял, первый не то сказал, там второй тоже не то в том конкретном месте, четвертый в том месте, пятый, седьмой, восьмой, девятый, вот там и там, и там неправильно сказали, там ошиблись. То есть он запоминал, кто что сказал, еще и неправильно сказал, и свои, и он говорил последним, и в своей харикатхе все он говорил совершенно то, что как должно быть. И те махараджи, которые перед ним говорили, они не обижались, как он их очень, как сказать, аккуратно исправлял все ошибки, все. Что он в своей харикатхе он исправлял и объяснял недочеты всех, всех говорящих ранее, и все были этим довольны. И однажды, в один день, я так много вещей вспоминаю, но времени мало, я только могу кратко сказать об этом. Однажды один из его учеников принес Бхагаватам сет. Какое-то общество. Бхагаватам принесли из какого-то общества. Вам нахрас посмотрел на это Бхагаватам. Can you keep this set with me for 7 days? Может, на 7 дней оставить? Я вот и как бы хочу прочитать. Да, конечно. Оставим, читайте и вот. И вот Ваман Госвами Махарадж, он знает всю Сиддханту. Он сразу. Если он, и вот через 7 дней этот ученик, домохозяин, пришел забрать свой Бхагаватам назад, Ваман Махарадж, он тем временем собрал Бхагаватам, Махарадж, you have gone through Бхагаватам? My loving, very nice. И вот этот ученик пришел назад, спрашивает свои книги. That's it. We just now you got now permission, huh? You know, Vishwanatha Chakravarti Prabhupada commentary. I get it. Gurudev, where is that book? I like to get this. That's it. You read this one. Why? What problem? I don't like to speak anything. Вамана Махарадж, он набрал, а он даже не то, что не говорил, что в том Бхагаватам, который он принес, полно ошибок, он просто взял и собрал Бхагаватам с правильными комментариями от правильных авторитетных источников, и он дал это своему ученику, что сказал, что читай лучше это, а не то, что тебе дали. То есть любые люди, преданные, приходящие к Вамане Махараджу, он относился к ним с должным уважением. Он и его Гаудиматх, он очень, как сказать, хорошо существовал. То есть он хорошо. Ну, в общем, все было хорошо при Вамане Махарадже в Девангауде Матхе. И вот та шлока, с которой начал из Ваю Пураны. Если какой-то ачарья может говорить красиво, но не может бхакти в вашем сердце утвердить, он неуспешный ачарья. В жизни Вамана Госвами Махараджа мы видим,
что много новых преданных появлялось. Даже сегодня, если вы поедете в Асам, даже много женщин, они великие преданные, они получили бхакти Ваманы Госвами Махараджа. Это было возможно для него. Как можно понять, что он успешный ачарья? И вот, например, он практикующий ачарья. Практикующий ачарья, но практикующий ачарья значит, что он говорит и действует согласно тому, что говорит. Но если он не может вложить бхакти, это чувство бхакти в сердца других, то он не, как сказать, не успешный ачарья. И вот можно в Ассаме и в других местах увидеть много, найти много наследия, его наследия. Девананда Гауди Матх. Я вынужден говорить так, что после читания Матха, следующий после читания Матха, Девананда Гауди Матх был второй по важности во всем мире. Во всем мире он был второй по важности после читания Матха. Под руководством Шрилы Прабхупады так много преданных обрели совершенную сиддханту. Это вот в том был вторым после Матха Шрилы Прабхупады. Так много вещей я хотел сказать сегодня. И однажды Ваманы Госвами Махарадж в Пури ночью отдыхал. Он был, и тот Гопинат явился ему во сне и сказал: «Принеси мне одежду, у меня тут Мадай, у меня старая одежда, принеси новую одежду». И Махарадж на следующее утро он организовал новую одежду для Тота Гопинатхи Радхарани и остальных божеств. И он там сам взял, купил где-то новую одежду и пошел отнес к Тота Гопинатху. И однажды Ваман Госвами Махарадж, он иногда плакал перед Гурудевом и спрашивал: «О Гурудев, сколько мне еще осталось жить в этом мире? Как сколько мне еще нужно жить в этом мире?» Он говорил со своим Гурудевом, никого не было. Он спрашивал Гурудева, сколько жить ему осталось. И таким образом мы можем найти, что Шрила Вамана Махарадж, он был очень возвышен. И вот Девананда Гауди Матх значит нечто великое. Так много сиддханты, то, о чем говорили Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шрила Вамана Госвами Махарадж, я могу бесконечно говорить об этом. И большинство книг, которые опубликованы Шрилой Прабхупадой и Шрилой Бхактивинода Такуром, они были опубликованы заново Шрилой Кешавой Госвами Махараджем. Может, вы не знаете, но Шрила Бхактивинода Такур написал одну прекрасную книгу, объясняющую Веданта Сутру, и Бхактивинода Такур хотел доказать, что Харинам он превыше всего, понимаете? В каждой сутре он цитировал, объяснял, и Бхактивинода Такур доказывал, что Харинам он превыше всего. Эта книга была не опубликована, и Кешава Госвами Махарадж был опечален, что эта книга она пропала куда-то. Где объяснялась вся Веданта Сутра, и поскольку после всего Бхагаватам, что святое имя, оно все Харинам. И после этого Шукадев Госвами что ответил на вопрос, спрошенный Парикшит Махараджем? И вот Шукадев Госвами ответил: «Этад нибриттаманам
Мичатам макуту вайам, йогинам нипуринитам, харинама нукиртанам. Final outcome. Харинам is all. Харинам это все, это суть всего. И вот день и ночь Вамана Госвами Махарадж, он всегда повторял Харинам, что-то он писал, либо... он никогда не терял ни секунды своего времени. И вот относительно Панджики, вайшнавского календаря, однажды Ваман Госвами Махарадж был в Харидваре. Он в день Экадыши, сегодня Экадыши, в Навадипе сегодня Экадыши. А Харидвар вот не сегодня было, а завтра. Ну, они почитали, что вот в Навадвипе Экадыши там сегодня, а в Харидваре не сегодня. И вот Ваман Сева пришел с прасадом, и Ваман Махарадж спросил. И он сказал, что Гурудев Экадыши не сегодня. А Ваман Махарадж сказал, что я всегда в Навадвипе нахожусь, и поэтому все, что пишется в календарях, я как бы не, как сказать, не забудьтесь об этом. Я всегда в Навадвипе, поэтому сегодня буду Экадыши соблюдать. Поэтому просад Экадышный должен быть. Много раз кто-то спорил. И вот много раз спорили о том, что Экадыши когда? Сегодня там или завтра нужно совершенное, как сказать, исчисление, когда точно Экадыши. И если вы не понимаете, как, что когда считать, в какой ситуации вы находитесь, это сложно. И так или иначе, сегодня мне нужно ехать в Сарафули, завтра будет Харикатхат, у них по их календарю завтра день явления Вамана Госвами Махараджа, там будет на Бенгале, поскольку во всех календарях сегодня, поэтому сегодня его прославил, в этом нет никакой проблемы. А завтра в Деванада Гаудимат, и отмечается день его явления, завтра я туда еду. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Сейчас я заканчиваю, поскольку времени мало. So then Mancha Kalpadurosi ke pasin Govishapati Thang Pavan.